Однако, учитывая, что здесь везде присутствует Z3, значимые профили, значимые микроэффекты охватывают не все профили, которые в реальности в таблице формируют связь между X и Y. В реальности эти три профиля отвечают за связь между соответствующими X и Y. То есть в реальности X1 и Y3 связаны, а не только X1 и Y3 внутри Z3. В силу того, что мы сейчас остаемся в рамках трехвходовой таблицы, и поэтому мы привязаны к контрольной группе, содержащей Z3, мы можем работать только с вот этой частью от общего профиля, от общего взаимодействия. То есть взаимодействие складывается из Y и X, независимо от Z. Но в силу того, что мы продолжаем работать с трехходовой таблицей, Z здесь все равно присутствует в виде Z3. То же самое здесь, то же самое здесь. Чтобы избавиться от этой привязки к Z3, нужно перейти от трехходовой таблицы к двухходовой таблице. То есть в процедуре GenLock поместить не X, Y и Z, а только X и Y. И тогда мы получим вот такую таблицу двухходовую, двухмерную. Мы получим, опять же, ожидаемые значимые микроэффекты, но они будут уже отражать целиком те взаимодействия, которые мы ожидали здесь увидеть. Вот X1 на Y3, без всякой привязки к Z. X2 на Y1 и так далее. Здесь в силу несколько большей стандартной ошибки вот этот профиль, вот этот микроэффект оказался со значимостью выше 0,05, но это в данном случае не принципиально. Мы видим, что величины одинаковые, величины микроэффектов. Именно они и формируют взаимодействие для данной двухмерной таблицы.